я уже прощалась с ним. Диагноз малыша прозвучал для семьи как гром среди ясного неба. Атрезия желчевыводящих путей – это редкая патология, которая требует очень быстрых действий. Вдобавок ко всем бедам у Амана начался процесс цирроза печени. У него есть максимум 3 недели для подготовки и проведения операции. Единственным спасением является пересадка печени. Беда в том, что операцию необходимо провести до 2 месяцев с момента рождения. Таких маленьких детей не все берут, оказывается, на операцию. Потому что риски большие, вес мы не набрали ни грамма с тех пор, как родились. Мы не набрали. И мы схватили за эту возможность турецкий хирург Ибрагим. Он сказал, что возьмется за наш случай, что он поможет нам. И надежда появилась, как свет в конце туннеля. Совсем недавно семья Мамытовых стала больше на одного человечка. Аман родился 27 декабря 2021 года. Долгожданный и единственный после 3 дочерей. Впоследствии многочисленных консультаций с ведущими врачами нашей страны родители малыша пришли к заключению, что эта операция возможна только за рубежом. Донором выступит старшая сестра Амана. Родители борются за жизнь своего ребенка. Они верят всем сердцем, что в конце туннеля есть яркий свет. Отец Амана работает врачом-педиатром. Человек, который поддерживал и лечил детей, теперь сам нуждается в помощи его сыну. Первый раз услышали этот диагноз, то есть не то, что первый раз, не хотели как бы слышать подтверждение уже с учетом данных УЗИ, МРТ. Тем более я как врач уже, я уже подозревал, что что-то есть. Супруги лишний раз первые дни не говорил, пришлось потом. И, то есть, получается, ну, здесь как бы уже знаете прогноз какой. Ну, в руках держишь сына. Если Всевышний дал жизнь ребенку, надо попытаться. $50 000 – это сумма стоимости трансплантации печени в Турции. Таких денег у многодетной семьи нет. Помимо этого, требуются расходы на реабилитацию и обследование. На сегодняшний день удалось собрать лишь 45% от этой суммы. Маленький Аман, которому нет и 2 месяцев, уже столкнулся с тяжелыми испытаниями. Малыш и его семья нуждаются в помощи добрых и отзывчивых людей. Любая сумма может спасти только что начавшуюся жизнь. Реквизиты для перевода вы видите на своих экранах. Айганыш Кадыралиева, Телек Асхатбеков, 5-й канал.